фраза, которая соблазнит каждый из знаков зодиака. Пришло время, и вы готовы действовать? Тогда вперед за инструкциями. Овен, я хочу крепко прижать тебя и хорошенько отшлепать. Телец, я в настроении для объятий, но не могу обещать, что они не перерастут в нечто большее. Близнецы, хочешь зайти на бокал вина, массаж и самый безумный секс в твоей жизни? Рак, я пахну тем одеколоном, который тебе нравится. Лев, я все время представляю тебя голой у себя в кровати. Дева, ты очень сексуальна, когда так на меня смотришь. Весы, твоя улыбка очень меня возбуждает. Скорпион, не могу не думать о том, как я провожу своим пальцем по твоим мягким губам. Стрелец, ты снилась мне прошлой ночью, но в реальной жизни ты выглядишь намного горячее. Козерог, еще ничей ум не заводил меня так, как твой. Водолей, сегодня ночью я исполню любое твое желание. Рыба, не хочу показаться нетерпеливым, но я не могу ждать ни секунды больше, чтобы увидеть, что у тебя под этим платьем. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.